Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Если владелец этого имени будет энергичным, то его планы и реализация идей проектов достигнут желаемого результата. Если эта личность будет проявлять пассивный характер, его жизнь станет обреченной. Таким людям просто необходима постоянная подпитка энергией от окружающих людей. Первые признаки его утухания – вялость и утомленное лицо. В этот момент этого человека просто необходимо взбодрить, иначе он так может остаться самим собой на долгое время. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Люди с этим именем любят создавать и разрабатывать системы, программы, различные проекты. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Если владельцам этого имени встречается комбинация двоек, это значит, что замысел будет доведен до конца. Начатую работу бросать не стоит, чтобы это обязательно принесло свои плоды. Ведь цифра 22 – это число завершения, квадрат и баланс. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.